Здравствуйте, друзья! Океан таит в себе множество загадок. И не только по причине недостаточной изученности, но и потому, что иногда выбрасывает на берег то, чего мы совсем не ожидаем увидеть. Да, не всегда это ракушки и морские звезды. Представляем вам 10 очень странных вещей, выброшенных на берег. Поехали! Фигурка Лего. В 2007 году огромную фигурку Лего, примерно 2,5 метра высотой, выбросила на берег в Зандворте, Нидерланды. Отдыхающие были немало удивлены находкой, но потом они подняли ее во весь рост и стали с ней фотографироваться. Неизвестно, откуда она взялась, а детский отдел Леголенд сказал, что отношения к фигурке они не имеют. Контейнеры. В 2007 году на берег Девона в Англии выбросило контейнеры с вещами после крушения грузового судна на поле. На пляж сбежали желающие поживиться содержимым контейнеров. Кто-то уносил бочки с вином, а кто-то даже мотоцикл BMW. Глаз неизвестного существа. Необычная находка была обнаружена на одном из пляжей Флориды в 2012 году. Какому загадочному морскому существу принадлежал этот глаз, неизвестно, но мы можем предположить, что это был гигантский кальмар. Киндер-сюрпризы. В январе 2017 года детям немецкого острова Лангеок несказанно повезло. На берег выбросило 1000 киндер-сюрпризов и игрушек Лего. Во время шторма грузовой корабль потерял несколько контейнеров, содержимое которых потом и оказалось на пляже. Огромные трубы. Огромные трубы диаметром в 2 метра упали в море во время транспортировки. И, к великому удивлению жителей Норфолка, их выбросило на берег в августе 2017 года. Длина самой крупной из труб составила 500 метров. Обломки космического корабля. В 2015 году на пляже Багамских островов были найдены обломки ступеней космического корабля компании Илона Маска SpaceX, которые после отделения разбросала по океану. Обломки ракеты. В 2016 году на одном из пляжей Японии был обнаружен обломок ракеты. Предположительно, это часть носового конуса ракеты Северной Кореи, запущенной в том же году. Беспилотная мишень. В 2008 году на мирные берега Шотландии выбросила военный предмет, а именно беспилотную мишень. Скорее всего, она была попросту утеряна, так как не была повреждена и находилась в отличном состоянии. Измеритель течения. Этот загадочный объект, найденный на пляже Исландии, вовсе не летающая тарелка. Это акустический доплеровский измеритель течения, прибор, с помощью которого можно оценить скорость течения на определенной глубине. Игральный куб. Вот такой большой металлический игральный куб прибило к пляжу одного из городов Айдахо в марте 2017 года. Откуда его смыло и почему он так и не утонул, является загадкой. На сегодня это все. Не забудьте подписаться и посмотреть другие видео на моем канале. Но если вам понравились мои видео, то ставьте лайк.